Привет, меня зовут Назян КТВ. Сегодня мы будем рассказывать Тишка. Всем привет, у нас сегодня вот такой набор пасхальной росписи с формочками для яиц, с трафаретами, красками и кисточкой. Да. Еще у нас такая подставочка есть. Для нее кубок. Для яичка. Ее тоже можно раскрашивать, деревянная. Да. Мы ее заказывали, чтобы раскрашивать ее, расписывать специально. Вот такая. Вот, сейчас попробуем. Да. Давай я открою. Нет, там я уже сделал ссылку. Где у нас тут дырочка? Вот. Я. Да, я покажу всем. Кисточка здесь не очень. У нас свои есть. Кисточки, и вот такие краски. И вот такие формочки. И вот такие трафаретики. Зайка. Такой и вот такой. Так понимаю, что его нужно вот так прикладывать. И краской раскрашивать. Открой все цвета. А можно вот так сделать. Но оно не плотно не прилегает. Яички, может быть, если покрупнее будут. Когда получится. Мы попробуем вот так. Вот так вот тоже будет удобно нам красить, мама, да? А я хочу сначала первое зеленое. Давай. Откроем. А потом синее, а потом желтое, а потом красное. Сейчас краски откроем. Потом с другой стороны будем. Кисточку не забывай после каждой краски поласкать. Хорошо? Сначала зеленую. Ты намочи сначала вот кисточку. Вот, давай, одной рукой держи трафаретик, а другой раскрашивай. Давай, не красивый, красивый. Давай, трафаретик держи, запусти. Вот, это красиво. Еще красный возьми. Можно потом зеленый, можно или пластилина. Да. Чисто для лепки, да? Да. Можете смотреть. Давай, убираем. Ух ты! Для первого раза. Очень даже ничего, да? Давай на него положим, потом возьмем другое яичко. Да. Можно прямо его так в формочку положить? Если валится. Чтобы оно разнокатилось, да? Да. Возьмем другое яичко. Хорошо. Такое. Давай, 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 будем раскрашивать. Давай. Давай. Зеленый закрываем. Ну, яичко надо, конечно, покрупнее. Чтобы хорошо прилегала формочка. Да. Побольше пластилин. Хорошо. Потом деду показываю. Давайте смотреть. Ух ты! Вот такой у нас получился. Трафаретик. Зайка, ну яичко маленькое, поэтому немножко размазать. Ну, если не торопиться, то можно не аккуратненько все рисовать, да? Да. Так, и еще у нас одно яичко. Да. Ну, совсем маленькие, нам больше не сегодня, да? Ну да, хорошо. Так. А потом можем класть. Давай. Я попробую руки держать. Нет, будем. Будем. Вот, давай, давай сейчас. Мы будем. Вот. А, ну, видишь, даже не хватает до конца. Давай тогда только с этой стороны вот так класть, или перемять. Вот так у нас получилось. Высохнет. Можно будет яички кушать. Ну, можно, конечно, не торопиться, поаккуратнее это все дело делать. Рисовать. Я пока покушаю. Вот. Я пока вон что покушаю. У нас еще будет видео, как украшать яички. Это у нас первое видео. Мы первый раз с Артемом яички так красим, да? Угу. Мы будем учиться, чтобы у нас получилось еще лучше, еще красивее. Давайте это с другой стороны. Вот так. В общем, как-то так, да? Да. Давайте с другой стороны. Давай, пока-пока. Ставь лайк. А что на все? Мои яички класить. Подписывайтесь на мой канал, Артем КТВ. Всем пока.